намеченному плану я успела рассказать все, потому что это было выступление в партнерстве с компанией Sofia, и я успела рассказать свой взгляд на решение маленьких пространств, на работу с маленькими пространствами и как интегрировать такого классного, интересного нашего российского партнера в наши проекты. Поэтому, на мой взгляд, я уложилась и в отведенное время, и удалось донести то самое важное, главное, что я хотела сказать. Лаконично, емко, но по делу. Я всегда рада, когда меня приглашают. Мне очень это приятно, для меня это большая честь выступать в таком формате для такого большого количества людей. И это действительно про доверие организаторов ко мне. Это, значит, говорит, видимо, о моей хорошей экспертности. И я правда рада, довольна, что мы можем делиться опытом и передавать свои знания нашим дизайнерам-коллегам, начинающим дизайнерам, да и уже работающим давно дизайнерам. Всегда находится что-то новое для себя, что может помочь в работе.